Father, we thank you that we can gather around your word. Отец, мы благодарны, что мы можем собраться вокруг твоего слова. We ask that our hearts would be open to receive what you have to say to us. Пускай наши сердца будут открыты к тому, что ты будешь говорить. Give us understanding and wisdom. Дай нам понимание и мудрости. And patience. И терпимости. Amen. Аминь. Okay. What I want to share a little bit tonight is about identity. Что бы я хотел сегодня вам сказать, это о идентификации, такое, знаете, отождествление. In pastoral care or counseling. В пасторском совете и консультировании. You're very often confronted with people who are confused about who they are. Чаще всего вы встречаете людей с тем, таких людей, которые, думаю, не знают, кто они такие. For us, it's very important that we understand who we are also in Yeshua. Нам очень важно понимать, кто мы есть в Yeshua. In Galatians 2, verse 10, it says, "And it is in union with Him that we have been made full." А в Галатам 2:10 говорится, в нем мы имеем единство, да там. What is it that makes us who we are? Что же делает нас теми, кто мы есть? This is a very important part of understanding people. Это очень важная тема, потому что мы должны понимать через эту тему людей. In pastoral care is в пасторской заботе to dealing with people and helping them. Это часть, которой мы хотим помочь людям и с ними провести время. Very often when people ask us who we are, когда часто люди спрашивают, кто вы такие? We will very often first answer with our name, of course. Конечно же, первое, что мы говорим, меня зовут. We may also say what country we come from or something like this. Мы даже говорим, откуда или где мы родились или что-то в этом роде. These things are external. Это все внешние события. But the key question is, what is our identity on the inside? Но истинный вопрос заключается в том, что кто мы есть внутри. I believe that this is important because we very often struggle with this. Потому что мы часто с этим боремся. I know I have. По крайней мере, я знаю, что я с этим борюсь. We're so often action-orientated that we don't take the time to realize what our personality is. И мы так вот мысли по-другому, и нам нужно собраться, чтобы осознать, какая наша личность, кто мы такие как личность. There's something very important that we need to understand also from the very beginning. С самого начала мы должны понять очень важную вещь. As believers, we have differences from the world. Как верующие, мы имеем большие различия в этом мире. The world very often looks at people, what house do they live in, what car do they drive. Фактически люди этого мира смотрят на друг друга, позиция, какая машина, what какой дом, profession do they какая have. Работа. In 2 Corinthians 5, verse 16, it says this. Коринфянам 5:16 говорит так. So from now on, we do not look at anyone from a worldly viewpoint. Even if we once regarded the Messiah from a worldly viewpoint, we no longer do so. Let me. Corinthians. 2 Corinthians 5:16. А второй Коринфянам. Извините, пожалуйста. 5:16. Yeah, 5:16. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же знали и Мессию по плоти, то ныне уже не знаем. Okay, so as believers, we should have a totally different way of looking at people. И как верующие люди, мы должны иметь совсем другой обзор людей. То есть мы должны по-другому мыслить о людях. As I said, we primarily tend to identify ourselves and others by how we look and what we do. Фактически мы у нас тенденция смотреть на людей с точки зрения кто они и что они делают. Even sometimes as believers. И даже как верующим это делаем. Внешность и... I am a Pentecostal, I am a Baptist, I am a Presbyterian. Например, да, у меня есть свое мнение, и я баптист, или там я пресвитерианин, я пятидесятник. But the important question is, who you are determined by what you do? Но важность
происходящего не в том, что ты веришь ли как в наружности, ты понимание, а то, что ты делаешь, делает тебя личностью. Or is what you do determined by who you are? И фактически то, что ты делаешь, раскрывает то, кто ты есть, то, твою личность. I believe that if we want to grow in our faith and if we want others to help others to grow in their faith. Если мы хотим, чтобы помочь людям возрастать в их вере, we need to gain a right understanding of who we are in the Messiah. Тогда нам нужно иметь правильное понимание, кто мы такие, кто мы как личности в Мессии. Very often things are judged indeed by just on the, what is on the outside. Очень часто судится личности по внешности. Sometimes we think if we are attractive or we do well, then we will be accepted. Мы часто задумываемся теми вещами, какие в этом мире. Это если я буду выглядеть правильно, если я буду хорошо говорить, значит меня примут. I give a very interesting example of Solomon. Очень интересный пример я приведу вам из жизни Соломона. On the outside, he had everything. На внешне он имел все. He was king. Он царь. He was rich beyond your dreams. Он был богат, как бы превыше вашего даже понимания или ваших мечты. He had the latest Mercedes chariot. У него самые последние были Мерседес в виде коней и повозок и карет. But in Ecclesiastes, chapter 1, verses 2 and 3, Ecclesiastes пишет, первая глава, третий стих. Meaningless, meaningless, says the teacher. Суета, сует. Utter meaningless, everything is meaningless. Все суета. What does a man gain from all his labor at which he toils under the sun? Что человек может получить от всех своих трудов. Okay, maybe we need to take the advice of this wise king. Может быть, нам придется и позаимствовать нечто от этого мудрого царя. All the stuff and everything we can gain will not add to our personal wholeness. Все, что мы можем приобрести извне, не сможет повлиять на наше внутреннее состояние. To find our true identity. Чтобы найти свою истинную личность, свою идентификацию такую, в чем мы себя отождествляем. We need to go to God, who is our creator. Мы должны идти к Богу, который является нашим истинным Творцом. And our relationship with Him. И наше отношение с Ним важно. Okay, in this I'm talking as if I'm talking to you personally at the moment, as the one who is being counseled, let's say. Я сейчас вам говорю в позиции, как кому я бы давал консультирование, давал бы советы. You may need to understand that this is something that you will need to do also with people when they come to you. Может быть, это то, что вы можете делать и применять, когда люди приходят к вам за советом. First, we can deal with our positive inheritance from creation. Мы можем сперва взять позитивные события из нашего творения. If we know who we are from a biblical perspective, если мы знаем, кто мы есть с библейской точки зрения, it helps us to grow stronger. Тогда это поможет нам быть сильными. What did we receive at creation? Давайте я задам вопрос вам. Что же мы приняли во время нашего творения? We receive through Adam our inheritance, which comes from God. Мы получили через Адама те даяния, которые приходят свыше. So in Genesis chapter 2, verse 7, Бытие 2, 7 говорится, we all know this by heart, and the Lord God formed man from the dust of the ground. И сотворил Бог человека из праха земного. And breathed into his nostrils the breath of life. И вдохнул в него дух жизни. And man became a living being. Человек стал живым. What do we gain from this? Что же в этом стихе важно? Our inheritance is life. Наше наследие является жизнь. Body, soul, and тело, spirit. Душа и дух.
Typically, people say that the soul is separated into three parts. Общая фраза, люди считают, что душа разделена на три части. Mind, emotions, and will. Мышление, чувства и... Mind, emotions, and will. И воля. When God breathed into Adam the breath of life, когда Господь вдохнул в него дух жизни, в Адама, he was fully alive. Он был полной жизни. Both physically and spiritually. Физически и духовно он был живым существом. Our physical body relates to the world. Наше физическое тело, оно сочетается или же зависит от этого мира. Through the five senses. Через пять чувств. Our inner self is created in the image of God. Наш внутренний человек создан по образу Божьему. To be physically alive is to be in union with your body. Чтобы быть физически живым, нужно иметь совокупность со своим телом. To die physically means that you separate from his temporal body in the sense that the bios relationship. Когда мы говорим умереть, это значит отделить свое тело, тот храм, который физически имеет, от своего духа. Paul describes this in 2 Corinthians 5, verse 8. Павел описывает это в 2 Коринфянам, 5 глава, 8 стих. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. And repeat one more time the... 2 Corinthians 5, 8. 2 Corinthians 5, 8. Mm-hmm. Not good. Oh, it's separate from body. То и мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Okay. As we look at this verse, we need to realize that the believer's identity must be something more than the physical attributes. Когда мы смотрим на этот стих, что отождествление верующего человека это больше, чем просто физическое состояние тела. Because the body is left behind at death. Потому что тело оставляется после смерти. So, even if our principal identity is not in the physical region of this life. Если мы говорим о физическом состоянии, то это не единство просто в это время тела и души. We cannot exist without the physical body. Но могу сказать точно, что мы не можем существовать без тела, которое создал Бог из праха okay. земного. The body needs the soul, spirit, and vice versa to function in this world. Тело должно иметь душу и дух, также и обратное. Душа и дух должны иметь и тело. A body without a soul or a spirit does not exist. Тело без души, оно не может существовать. But it is the breath of God that God breathed into Adam at creation. Which makes us a living being. И тот дух Божий, который был вложен в человека в день его творения, делает нас живыми существами. As long as we live in the physical world, we will need this physical body. До тех пор, пока мы живем в этом физическом мире, нам нужно физическое тело. Okay, and we need to take care of it. И нам нужно о нем весьма сильно заботиться. In 2 Corinthians 5, verses 1 to 4. 2 Коринфянам 5. 5, 1 to 4. С 1 по 4. If you can just read that in Russian. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем желанием облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не казаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Paul uses the illustration of a tent. Павел здесь использует слово хижина. If I think of this illustration at my age, если я подумаю
об этой иллюстрации хижины в мой возраст, I would have to say that my tent pegs are coming up. То я могу сказать, что эти натяжные нити, которые натянута хижина, да, они что-то так вылазят уже из земли. My poles are sagging. Что мои перекладины, они уже обвисают. And my seams are becoming frayed. А мои строчки, которые зашиты от хижина или сшита, уже сильно-сильно растянуты, уже начинают трещать по швам. Okay. I'm just glad there's more to me than this disposable earth suit. А я рад, что во мне намного больше, чем этот это тело, которое скоро станет увядаемым. Okay, spiritually alive. Но духовно живым духовно быть, это означает вот что. As I said, as well as our physical life, we've inherited a capacity for spiritual life. Как я уже говорил, имея жизнь в теле, мы имеем также силу жить и духовно. Paul writes in 2 Corinthians 4, verse 16. Павел пишет Коринфянам, 2 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня в день обновляется. Okay, this is the key. Renewal. И вот ключ. We can be renewed every day. Обновляется. Мы имеем способности обновления. When God breathed into the nose of Adam, когда Господь вдохнул в Адама дух жизни, it was the breath of life, the breath of the Spirit. Это было дух жизни, обновление. You could almost say that he breathed into him the Ruach HaKodesh. Можно так сказать, что он вдохнул в него дух святой. We have received part of the Spirit of God. Мы приняли часть Божьего Духа. And we will never feel complete or find our true identity without that connection to Him. Без этого общения с Богом, этим контактом с Богом, мы не сможем понять суть жизни, суть нашего пребывания на земле. Now, in dealing with people with problems, он решает проблему людей. One of the aspects is to help them to re-establish that connection with God. И одно из таких вот такой помощи – это восстановление отношений с Ним. In many cases, they've either lost it completely or partly. Часто мы встречаем людей, которые потеряли свое вот состояние, кто они такие в жизни. If our soul and spirit is not in union with God, если наша душа и наш дух in or not? If our soul and spirit is not in union with God, если наш дух и наша душа не в единстве с Богом, then we will never feel that completeness. Тогда мы никогда не почувствуем чувство такое как полноты. We all know that this is true in the world. Мы знаем, что это и действует здесь, в мире. This is why they always desire more and more things. Поэтому в этом мире еще больше и больше создается вещей, которые бы удовлетворяли нашу душу. There's that empty feeling inside, and they try and fill it with something. Потому что вот это чувство пустоты, оно должно быть чем-то заполнено, и поэтому создается в этом мире то, что может заполнить человека. And there's many, many things that they try and fill it with. И мы понимаем, что этим маленькими вещами могут заполняться эти души. Yeah, there's drugs, there's sex, there's наркотики, алкоголь, секс и так далее. But even as believers, но как верующие, sometimes if we do not have that complete connection, когда мы не имеем это полноты прикосновения, контакта с Богом, then we will try and fill that gap with something. И вот когда мы теряем этот контакт с Богом, мы начинаем заполнять эту пустоту вещами из этого мира. And some of them are good. Некоторые нехорошие. I know I've known some believers who've been very much involved in humanitarian aid work. Например, люди заполняют
свою душу помощью другим людям, например, гуманитарной помощью людям. But they're doing that to establish some form of identity. Но все это они делают по причине того, что они хотят утвердиться в своей личности. Because their relationship with God somehow hasn't been able to fulfill everything in them. Потому что отношения с Богом не восполнили их желание, стрем или страсть. And they can no longer do without that. If they're without it, then it becomes a problem. Когда они делают это с Богом, тогда оно созидается в лучшую сторону. Когда они без Бога это делают, оно приведет к другому концу. Adam was created in this condition, physically and spiritually alive, in perfect union with God. И в этом случае Адам был создан и духом, душой, и телом в идеальной, и также это было соединено с самим Богом в контакте. I would even dare to say that this is our true identity. Можно сказать, даже предположить, что это наша истинная личность. Вот это то, что может быть, это наша идентификация, это наша принадлежность. For us as believers to be spiritually alive is to be in union with God and the Messiah. Для нас верующих, чтобы быть живыми, это единство с нашим Господом и Спасителем Иешуа Мессией. That union with God. Вот это вот единство с Богом. By Adam was lost through sin. То, что Адам потерял через падение. And so for us also. Которое мы тоже унаследовали от Адама. If there are things in our life which are not in agreement with God, и все то, что не согласовано с Божьим правилами жизни, this will bring a sort of spiritual separation, приводит нас к разделению, духовному разделению с Богом. And that's very often where the problems begin to arise. Вот там начинаются самые большие проблемы в жизни человека. So it is important when you are counseling or when you're doing some form of pastoral care. Очень важно, когда вы делаете заботу или производите заботу о людях. To establish what kind of relationship that person has with God. Важно с самого начала показать или рассмотреть позицию, какая этот человек имеет с Богом. We cannot automatically assume because someone comes to the meetings or is in fellowship in some way. Мы не можем предполагать, что автоматически человек, который приходит на собрание либо в домашнюю группу, он уже имеет контакт с Богом. That everything is okay on a relationship level with God. Что вот уже у него отношения с Богом уже налажены, это гарантия, что он приходит there на собрание. There are things you need to establish so that you can understand. Есть вещи, которые нужно четко понимать и поставить их на свои места. Okay, this comes along with all the other stuff that we've talked about this week, okay? И это как бы непосредственно имеет отношение к тому, чему мы учились эту неделю. Okay, so the restored union with God, which we find in Yeshua HaMashiach, is the essence of our identity. Восстановление отношений с Богом является ключом нашего отождествления и нашей личности. In the beginning, there was an extreme significance given to man. Again? In the beginning, mankind had an extreme significance. Yeah? He was given rule over all of the creatures God created. С самого начала человеку было дано нечто особенное, и это была позиция власти. Okay, in Genesis 1:26-27 we read, let us make man in our image. Бытие, 1 глава, 24-26 стих. And let him have dominion over the fish of the sea, birds of the air, and so on. Рыбами морскими, над зверьми полевыми. You can say that God gave Adam, or mankind, the greatest responsibility that he could think of. Можно сказать, что Бог вручает человечеству в его руки самую великую ответственность – это управлять всем творением. Okay. God created Adam and gave him significant divine purpose. Бог сотворил Адама и дал ему сверхъестественное, то есть божественное предназначение. Adam had dominion over this world. И Адам имел власть над этим миром. But he lost it. Но мы знаем, что его okay, утерял. You all know that.
But this is true also in every situation which you will come across. И это, можно сказать, параллель с каждой ситуацией, с которой мы можем встретиться. If there is something that is not correct, then we lose that sense of purpose in life. Если что-то не в порядке, если мы теряем чувство, наше предназначение в жизни, through what Messiah did on the cross, через все то, что Мессия сделал на кресте, Satan no longer has authority over you. Then I'm lost. Okay. Through what Messiah did for us on the cross. But you have earlier you stated that if we do not have one phrase before. Adam had dominion over this world, but he lost it through deception, yes? Okay. Is that what you're talking about? Again. Yeah? Yeah. But in Messiah. Oh, yeah, it was not in. Yeah? Okay. I said through what Messiah did. Yeah, but. In Messiah. Yeah, okay. Мы видим, что Адам утерял свою позицию, но через Мессию, которую Бог нам дал. Okay. Satan no longer has authority over you. Враг не может иметь власти над тобою. He will try to make you think that he has. Он будет заставлять тебя думать, что он имеет полную власть над тобой. But if you have, but because of your position in Messiah. Но по причине того, что ты уже знаешь, кто ты в Боге. You have authority over him. Ты имеешь власть над врагом. And this is part of your current identity. И это ваша настоящая позиция в Господе. Okay, what I'm trying to explain here is what God gave us in the beginning. Что я пытаюсь вам сказать, что показать вам, что нам Бог дал от самого начала. The first one was significance. Это то, что мы уникальны. Okay, most people in the world today are looking for significance. They want to be respected, they want to have a многие place. Многие люди ищут, чтобы их уважали, чтобы их ценили. Они ищут вот это состояние уникальности, за что бы их уважали. And these are all the things that God gave to mankind in the very beginning. И я вам говорил о том, что изначально Бог дал человечеству эти качества. Okay, so God gave significance through the possibility to rule over the earth. Первое, это мы уже говорили, это уникальность в том, что Бог дал власть человеку управлять землею. Another thing that God gave in the beginning was safety and security. Второе, что Бог дал человеку, это безопасность, уверенность. These are key issues that people are concerned about. Это то, чем озабочены сегодня люди. Это с безопасностью и такой... Consciously or unconsciously. Подсознательно или сознательно они ищут вот безопасности и такого умиротворения, чтобы уверенности в жизни. Okay. In the beginning, all the needs of man were provided for. Все нужды человечества были изначально решены. God said, "I have given you every herb and yield and fruit. You can eat all of these things." Бог говорит, ты во всем этом саду, который я создал, ты можешь от этих деревьев кушать, питаться. Все дано тебе. Adam had everything he needed in the garden. У Адама были все нужды покрыты от Бога. Okay, the atmosphere was good. Атмосфера была прекрасна. He wasn't cold. Ему не было холодно. He had nice soft ground to sleep on. У него была очень мягкая подушка земная. He had plenty to eat. Достаточно пищи. And he had the care of the animals. И он заботился о всех творениях. He could eat of the tree of life and live forever in God's presence. Он мог съесть плод от древа жизни и жить перед Богом вечно. And not only that. И не только, я говорю вам об этом. Every evening. Каждый вечер. God would come and take a walk in the garden. У Адама была привилегия ходить и общаться с Богом в саду.
and they could have a good chat over the day. Можно сказать, что они немножко так могли пообщаться. He lacked nothing. У него не было недостатка. So safety and security is another facet. Безопасность и уверенность — это то, что Бог нам дал в наше распоряжение. We have the riches of His kingdom at our disposal. Go ahead. We have the riches of His kingdom at our disposal, and His promise to supply all our needs. Мы можем сказать, что все предоставляемое Бога нам Он дает для нашего потребления, и мы можем участвовать как вот, могу говорить так, в этом, то есть получить то, что просим. Philippians 4, verse 19. Филиппийцам 4:19. Philip said, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Yeshua, Messiah." One more time. 4:19. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему и в славе Вишуа Мессии. I've probably said this before, but it's needs, not wants. Я говорил это очень много раз. Okay, what we need, God will provide. И все, что нам необходимо, we need Бог that confidence. Даст. Нам нужно только иметь чувство вот этот без уверенности. And it comes down to trusting in Him. И эта уверенность приходит и из надежды и на Него, то есть кто Он такой. If somebody is feeling deserted, если кто-то чувствует, что его обманули, его от него отвернулись, then very often there is a this is one of the keys that you can use to help them. И вот это место Писания вы можете применять, чтобы помочь этим людям стать более уверены в Боге. To show them that God is the God who supplies. Показать им, что Бог есть Бог их обеспечения. It's whatever we need. Это все то, что нам. And I don't think that is only limited. Sometimes people limit that just to the material things that we need. А очень часто люди лимитируют Бога или его не дают ему возможность показать полноту всего только лишь на физическое обеспечение. But I believe it very clearly can also fulfill all of the spiritual need. Но я верю также, что это место Писания может покрыть и духовную часть нашей нужды. Over the years I've experienced this many times. Много раз в жизни я это испытывал. You come into a situation and what are you going to say? What are you going to share? How are you going to Например, help the people? Ты попадаешь в ситуацию, и ты думаешь, а что сказать? Какое место привести? Что говорить? I don't know. Я не знаю. It's someone comes to me with a really terrible problem. Некоторые люди приходят ко мне, объясняют свою самую страшную проблему. What can I do? Что я могу сделать? I remember when I first became a believer. Я помню, когда я только покаялся, стал верующим. That I was a very shy person. Я вообще-то такой стеснительный человек. And I was working at that time and я работал в это время. I can't tell you the whole story because it would take too long. Я не буду говорить все истории, но, короче, сделаю так коротко и ясно. At one point I'd been a believer maybe 6-7 months. Где-то верующим я был 7-8 месяцев. One of the people who was working in the same place. Человек, который работал со мной на том же самом месте или предприятии. I was, I think I was 17. Мне тогда было лет 17. And this was an older man. А ко мне подошел человек, которому уже постарше. Now, while I was working, I'd been reading my Bible. Я когда читал, работал, читал Библию еще также. And one day he just came up and he said, "Can I talk to you?" Он подошел ко мне в один день и говорит, могу я с тобой пообщаться немножко? I said, sure. Я говорю, конечно, почему бы нет?
And then he started to share about his life, that he was having trouble at home, his wife was going to leave him. Он начал открывать свою душу, говорить о том, что происходит у него в жизни, что его жена хочет его оставить, так далее, так далее. Telling me, a 17-year-old young man, говоря, вы знаете, all his marital problems. All the, все эти вот мужские или ситуации семейные, этот человек высказывает пацану, которому 17 лет, еще не женатому. And I was thinking, oh God, what do I know about this? What did I? Oh, говорит, Господь, а что мне сказать? Я об этом ничего не знаю. I have no idea what he's talking about. О чем он говорит? Здесь абсолютно ноль. And I said, God, what am I going to do? Я говорю, Господь, ты мне должен помочь, что мне делать? And I felt God saying, okay, just pray for him. А Господь как бы почувствовал, что Бог говорит мне, да, просто помолись за него. And I said very honestly to him, I said, I have no idea how I could advise you or tell you. Я помню, как я сказал ему, что я вообще не имею ни одной мысли, как вам помочь и что вам посоветовать в данной ситуации. I believe that God can bring something into your situation and do something. Но я знаю точно, что Бог может привести вам в жизни человека, который сможет вам посоветовать. Я хочу помолиться за вас. Я спросил, могу ли я помолиться? Ну, хорошо, хорошо, помолись. Помолился, я сказал, Боже, ты знаешь всю эту ситуацию, значит, вопросы. И я прошу, чтобы ты дал ему выход из этого положения. Через несколько дней, вы знаете, он приходит обратно с большой-большой улыбкой. И говорит, знаете, у меня все стало на место. Я попросил жену прощения. И мы восстановили наши отношения. А теперь я хочу узнать о том Боге, которого ты читаешь. Бог может дать тебе ту мудрость, когда ты нуждаешься, когда ты видишь эти события. Но истинный вопрос стоит перед нами, насколько мы Ему в этом доверяем. Часто Бог приводит вас в ситуацию, когда у вас нет ни одного ответа. В пасторской жизни существуют такие ситуации, на которые ты вообще не можешь дать никакого совета. Ответ невозможно найти. И очень часто Господь как будто специально это делает для меня, чтобы я не могу найти ответа. И Господь мне говорил, я не хочу, чтобы ты надеялся на себя, но надеялся на меня. Безопасность и уверенность. И следующая ситуация для человека всегда является принадлежность. Кому я принадлежу? Адам чувствовал, что он имеет свое место. Кому он принадлежит? Мы можем даже помечтать и представить, что у Адама не было никого другого, с кем можно было пообщаться, кроме Бога. До появления Евы. А потом Господь предоставил Адама к совсем другому уровню отношений и общения. И он сказал, нехорошо человеку быть одному. Я сделаю ему помощницу. Итак, Хаву предоставили для Адама, Еву, то есть. И предоставив Хаву для Адама и Адама для Евы, то есть получается полнота взаимоотношений и чувство принадлежать друг другу. Чувство принадлежности.
приходит не только от чувств, что мы знаем, что мы принадлежим Богу, а также, что мы принадлежим друг другу. Когда Бог создал Еву, то есть Хаву, Бог установил общество. Бог никогда не хотел, чтобы мы были одиношенки. Наше чувство... Что, да, чтобы нам не было одиноко, у нас есть чувство уединения. Что означает? Открыто поделиться с человеком, с личностью, с которой хочется раскрыть свою душу. В Мессии нам дано это чувство уединения. Которое приходит вот чувство принадлежности к Богу. То есть, когда мы приходим к Иешуа, то есть нам дано это чувство общения с Ним один на один. А также и общество, с которым можно общаться, не чувствовать себя одиноким. И наши отношения друг с другом очень и очень важны. Когда есть проблема с обществом, тогда эти проблемы становятся и нашими проблемами. Галатам 1, Колоссянам, Колоссянам 1:27 говорит так: которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Мессия в вас, упование славы. Okay. We'll Итак, мы вас сделаем небольшой перерыв и потом продолжим. One of the other things that we come across, or you will come across very, very often, то, с чем мы можем встречаться очень и очень часто, is why did God let that happen? Это вопрос. Почему Бог позволил этому случиться? In other words, many people try to blame God for what happens. Другими словами, люди пытаются обвинить Бога в том, что произошло с ними. They come into some form of life-shaking problem. Они приходят к какому-то моменту жизни, где все потрясается, все падает, рушится. And why did God? И они спрашивают, а почему Бог это сделал? God help me? Why didn't почему God Бог не помог? Intervene? Почему Бог не вмешался в это дело? And how do we understand these things? Как нам понять то, что Бог делает? I believe that it's very, every now and again, it is very necessary that we recalibrate how we think about God. И часто нам, лично для нас, нужно всегда делать калибровку, что такое Бог, почему в Него верим и как Он к нам относится. When people come with this sort of issues, потому что когда люди приходят с этими вопросами к вам, then we need to redirect them. Нам нужно иметь инструмент, как их перенаправить к этой цели в Боге. When someone asks Yeshua to show him God the Father, когда мы способны открыть людям, что Бог есть Отец, Yeshua said, whoever has seen me has seen the Father. И Иешуа говорил, кто видел меня, видел и Отца. In essence, Yeshua is saying, I am a picture of God. Тогда получается, что Иешуа говорит, посмотри на меня, я являюсь отображением Отца. I think very often we all construct some kind of picture Потому что часто мы сами имеем в себе картинку и представление, каким должен быть Бог. Which Yeshua says you need to center yourself on the picture that you see in me.
Но Иешуа дает ключ такой, этот образ вы должны сфокусировать больше на меня, и поэтому вы можете увидеть Отца. In Scripture we find him referred to as the Word, the image, the exact imprint of God. All of these are references to him. И все моменты Писания, где говорится, что это Слово Божие, что кто он Мессия, все эти места Писания фокусируют на Мессию. Okay, in John, Иоанна, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God. В начале было Слово, Слово было у Бога. Okay, in 2 Corinthians 4, verse 4, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Мессии, который есть образ Бога невидимого. Okay, in Colossians 1 verse 15, he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 1:15, yes. Colossians 1:15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Okay, and then there's also Hebrews 1 verse 3. We don't need to read that right now, but all of these point to that fact. И Евреям 1:3 тоже мы не будем его смотреть, но там указывает на факты такие серьезные вещи. When our image of who God really is. Когда мы фокусируемся на тот образ, который что является Богом. In some way or other gets damaged. Не знаю, но очень часто этот образ как бы сказать, был поврежден или же даже изменен. That's when we come into that stage of we start blaming God for everything that has gone wrong. Либо чем-либо, тогда вот этот момент, когда этот образ Бога он изменен в нашем сознании, тогда мы начинаем винить того Бога, который все создал, почему не помогает нам. In pastoral care, this is something that you meet a lot, or at least I've met a lot. В пасторском общении с людьми мы часто с этим встречаемся. That people come along and say, why did God let this happen? Люди приходят и говорят, почему Бог этому позволил состояться? And in fact, they're blaming God. И чаще всего это обвинение в сторону Бога. I believe that it's foundational for us then to draw back and say, look at Yeshua. И для нас важно сразу, мгновенно, моментально перекинуть. Because he is our image. Перекинуть этот образ на Иешуа. Somebody just died. Okay. Только что кто-то погиб. He is the image so that we can understand how God would behave and what God would do. И Иешуа является тем прообразом или образом, как бы Бог поступил в данных ситуациях. Поэтому нам нужно важно знать образ Мессии. Okay, when we're talking about pastoral care, then Yeshua is also our key example. И если мы говорим о пасторской заботе, тогда Иешуа является самым главным примером для нас. Okay, Yeshua spent his ministry freeing people from evil and misery. Иешуа использовал свою жизнь здесь на земле, помогая людям и освобождая их от зла и проклятия. This means this is what God seeks to do. И это значит, что то, что Бог хочет сделать, Он хочет освобождать людей. Yeshua wars against spiritual forces that oppress people and resist God's purposes. Можно сказать, что Иешуа противостоял духовным властям этого мира, чтобы освободить людей. This is what God does. Это то, что делает Бог. Yeshua loved people. Иешуа любил людей. Others rejected. Других even people who rejected him. И те, кто были отвергнутый, он любил. This is how God loves. Так любит и Бог. Yeshua had nothing but compassion for people who were afflicted by sin, disease, and tragedy. Бог Иешуа, он сострадательным
становится сострадательным для людей, которые повреждены своим умом, своим грехом, обстоятельствами, он им сострадает. This is how God feels. Это так, как Бог чувствует себя. Yeshua died on the cross. Иешуа умер на кресте. Suffering in a place of sinful humanity. Вместо греховного мира. Defeating sin and the devil. Побеждая врага и грех. Because he passionately loves people and потому что он страстно любил народ. And wants to reconcile them to God. И он хотел примирения народа с Богом. This is how God says. Так думает и Отец Небесный. So, when you're confronted, even yourself, maybe it's good to remind yourself of all of these issues. Когда мы общаемся с людьми, нам сразу нужно вспоминать эти все основные цели, каким Бог хочет на себя явить. If our picture of God, если я хочу сделать картину Бога, gets the wrong color, if you like, в котором не будет правильным будет правильный цвет, если я хочу нарисовать картину Бога, и нету там правильного цвета. Yeah, I'm just thinking if you had a color photograph of God. Например, если было бы такая вот пастельная, например, картина Бога. Yeah, and it suddenly became black and white. И вдруг она сразу стала черно-белая, например. You've lost something. You've lost the totality of the picture. Тогда можно сказать, что вы потеряли контраст или же не имеете понимания самой картины. Она просто черно-белая и теряются цвета. Then you begin to fall into this problem. Если это происходит, тогда мы втягиваем себя в эту проблему того, что где был Бог, что он делал, почему не помог. William Barclay William Barclay was a well-known Scottish scholar. Он был ученым. And he tells in his book the tragedy of losing his 21-year-old daughter and her fiancé. Он описывал в книге о трагедии, когда он потерял свою дочь и племянника. They were drowned in a boating accident. Они погибли плавая на лодке. He writes in that book. Он пишет в этой книге такие слова. God did not stop that accident at sea. Бог не остановил это крушение в море. But he did still the storm in my own heart. Но он успокоил бурю, которая бушевала в моем сердце. So that somehow my wife and I came through that terrible time. По этой причине мы смогли пройти это трагедию с моей женой. I believe also that God sometimes welcomes our anger and hurt confrontations. Again? Yeah. I believe God welcomes our anger and our hurt confrontations. Я верю, что Бог позволяет, чтобы мы иногда проявили свой, может, гнев, чувство разочарования, конфронтация. Sometimes we're afraid to do that. Для того, чтобы нас делать очень уязвимыми, потому что мы не хотим это делать. We can be open with God. Но это нам необходимо, чтобы быть открытым перед Богом. He will wrestle with us. Он как будто борется с нами. But be warned. Something can happen when you wrestle with God. И мы можем представить, что может произойти, когда мы боремся с самим Богом. Just as Jacob found out. Как, например, Яков, который нашел, что произошло, нашел эту сущность, почему он боролся с Богом. Его имя изменилось. Before we begin to blame God, перед тем, как мы начнем винить во всех наших бедах Бога, it's maybe a good to look at those things which we can really understand you can't blame God for. Может быть, нам стоит посмотреть на эти обстоятельства без обвинения в сторону Бога. Now it's true that it would seem that God allows some terrible things to happen in this world. Даже если когда мы понимаем, что эти обстоятельства были
даны Богом, или же он позволил этому состояться. He could have stopped some terrible crimes or catastrophes. Он, конечно, мог бы остановить катастрофы или какие-то действия, убийства и так далее. But we need to understand, even if it's difficult, что через эти трудности God is not to blame if you suffer the consequences of another person's sin. Мы не можем винить Бога по причине того, что мы пожинаем грех или преступление другого человека. Children who are involved in a divorce. Дети, которые разводятся, например. Those who also have parents who don't look after them. Или же родители, которые не заботятся о своих детях. There's a problem for these kids. Для детей таких есть большая проблема. And they have an anger within them. Внутри этих детей большая ненависть или же злость. And very often that can be turned against those who love them the most. И чаще всего это обращено против тех, кто их любит очень сильно. And many of them who have a concept of God. Эти люди иногда имеют общее понимание о Боге. Also become angry with God. Они чаще всего и винят Бога в тех вопросах развода родителей или же почему их родители оставили. The problem is if we blame God, we're blaming the wrong person. А проблема в том, что мы начинаем винить Бога, или же винять человека и обвиняя Бога в одном лице. Parents who refuse to work out their own disagreements. Но родители, которые не хотят решить свои разногласия. They're the ones responsible. Они ответственные перед детьми за уже события или что будет дальше в жизни их происходить. We can't blame God either for cancer or diabetics or AIDS. Мы не можем винить Бога за болезни, такие как диабет, СПИД, можно говорить так, еще другие. They weren't part of God's created order. Они не были в части божественного миротворения. God hates those things as much as we do. Я могу сказать, что все это Бог также не любит, как и And God wants to work along with us. Бог хочет, чтобы мы to defeat them. Действовали в понимании того, чтобы победить эти все болезни. If we're not to blame God, если мы не будем винить Бога, who can we blame? Тогда кого мы можем винить? It's the sin in the world. Я могу сказать прямо. And we need to understand that ourselves in the first place. Мы должны понимать, что сами понимать то, что это произошло, это грех. But we will also need. Человек ввел в эти болезни. We will also need to be able to communicate that to those whom we're trying to help. И помочь людям, которые имеют тенденцию винить Бога во всем. Показать, что не Бог виноват в многих вопросах, но грех, который произошел в этом мире. We need to take the following step then. Нам нужно сделать несколько шагов. And help people to see how God is going to come to their, come to help them and comfort them. Показать, как Бог хочет прийти в их ситуацию и помочь. Even when other people are to blame. Даже когда ты готов винить других людей об этом. God can help us through those situations. Но только Бог сможет помочь нам пройти этот путь. We may feel that our situation is different. Мы думаем, что все могло быть иначе. But let's take a look at a couple of things here. Давайте мы посмотрим несколько моментов здесь. One day Yeshua took advantage of an opportunity to teach about atrocities and accidents. One day, Yeshua took the advantage of an opportunity to teach about atrocities and accidents. Yeshua однажды пытался объяснить, почему происходят такие вещи в этом мире. Okay, he brought up the barbaric act that some Roman soldiers inflicted upon some innocent men, women, and children from Galilee.
Он говорил о, о тех галилеянах, которые были наказаны. Okay. He said, do you think that these men and women and children were deserving of such a treatment? И он говорит, разве они, только они достойны были такого наказания? Do you think that they were worse sinners than the rest? Вы думаете, что они были более грешны, чем все остальные? I tell you the truth. Он говорит, я вам говорю истину. The same thing could happen to you. Это может случиться и с вами. Be spiritually prepared and repent. Поэтому покайтесь и в своих согрешениях. Traditional Jewish belief and also in many other types of thinking. Традиционно в еврейском мышлении существует такая позиция. It's the wicked who suffer. Позиция такая, что те, кто нарушает закон, те и страдают больше всего. If something bad happens, если плохие вещи происходят, you deserved it. Значит, ты you был, must have done something wrong. Так тебе и надо, типа ты что-то сделал неправильно. But Yeshua told us that this is not true. Ишуа говорит, подождите, это не совсем так. Even when it was in the Tanakh, when he was dealing with Job. Когда в Танахе мы читаем о Иове, he showed him. Бог показал ему. That he could not blame God. Что он не может, он не сможет обвинить Бога в обстоятельствах его жизни. Okay, but all his friends who came there also, they were saying, you must have done something wrong, Job. И все друзья пришли, говорят, наверное, ты что-то сделал. That's very often the way we look at things. Вот так мы часто смотрим на обстоятельства. But it's not necessarily the case. Но это не всегда может быть и истиной. We need to show compassion and help. Мы должны показать сострадание людям. And he says, be spiritually prepared. Ишуа говорит, будьте готовы. And repent. Говорит, покайтесь. So the thing that we need to do for ourselves. Все, что мы должны сделать, в первую очередь для себя. But also for others. А также для других. Is to bring that spiritual preparedness. Чтобы приготовить вот эту духовную готовность, приготовить готовность. And as I did in the beginning of this piece just now, we take the scripture and we see how does scripture describe God, how does что это значит? Это взять места Писания из Библии и показать людям, что Бог говорит о себе, как Бог действует, что Он являет себя и наше отождествление. How does scripture help us to understand the problems and the situations как that we come in? Писание помогает нам выйти из обстоятельств, в которые мы попали. It's putting our life on a correct basis with God. И Писание ставит хорошее основание в отношении с Богом. And this is the key that we need to use. И этот ключ мы должны использовать в нашей практике. Let me just see here what. God sometimes brings difficult situations into our lives so that we would turn much more to Him. Я могу сказать из опыта, что Бог приводит трудные времена в нашу жизнь для того, чтобы мы повернулись и приблизились к Нему. He also challenges us to look at our lives. Бог кидает нам вызов, чтобы мы рассмотрели свою жизнь. So that we would be ready to stand when the difficult times come. Чтобы мы были готовы устоять в злой день. There is a need for us to be ready to counsel in this direction. Again? There is a need for us to be ready to counsel in this direction. Готовность наша, чтобы мы давали совет в этом направлении. We need to help people to deal with the bitterness and anger that's in their lives. Нам нужно научить людей, как справиться с огорчением и
и ненавистью в их жизни. Okay, whether it's for a present situation or a situation that happened in the past. Либо это уже то, что происходит с ними сейчас, либо это было то, что происходило с ними в прошлом. There is a need for us to become that friend. Мы должны научиться стать друзьями для тех людей. Someone who will come alongside and walk with them through that difficult time. Тех, кто сможет пройти с ними плечо о плеч в это время. We may need to be their eyes. Мы должны быть ихними глазами. So that they could see things differently. Чтобы они увидели обстоятельства другими глазами. If you're in the middle of that situation. Если вы участвуете в этой в этих обстоятельствах, it's very often difficult to see clearly. Тогда тяжело увидеть, что происходит на самом деле. And then there is a need for someone from outside to come along and look at the situation. Но те, кто не вовлечен в это обстоятельство, могут прийти и помочь людям посмотреть немножко с другого угла. And give a different perspective. И дать им другой совсем уровень или ответ на те обстоятельства. I've been very often asked to come into different situations. Меня часто просят, чтобы я пришел в разные обстоятельства в человеческой жизни. As someone from outside. Тот, кто как бы со стороны, человек, который со стороны. Who hasn't been involved in all of the situations, the difficulties, and whatever has been happening. Тот, кто не был вовлечен в это дело. И не знает об этом деле. Because then you can see objectively. И тогда, когда это происходит, я могу смотреть более реалистично и обширно. It's as I said, it's difficult if you're in the middle of it. Очень тяжело, когда ты находишься посреди вот дрязг, то, что происходит, трудностей. To be objective. Чтобы быть, знаете, вот более your feelings are involved, открытым, видеть это по-другому. Things that have happened are involved. Потому что все, что вокруг тебя, они влияют на твое мышление. And you need to be able to come alongside and say only as in the same way as God would say, it's time to stop blaming yourself. И нужно подойти к этому вопросу так, как подходит Бог. Стоп. Or stop. Не веди себя, как ты ведешь. Не вини себя. Не веди других. Stop blaming the devil. Перестань даже дьявола винить во всем. It's time to start trusting. Есть время надежды на Бога сейчас. That's finally the choice that God puts before all of us, I believe. Это единственный шанс, который Бог дает нам, надежда на Него. He won't explain Himself. И вы знаете, он не будет себя оправдывать или объяснять, почему он это делает. Maybe sometimes. Может быть, он это сделает, но чаще всего это не делает. Почему так происходит? He says, blame me or trust me. Чаще всего либо обвинять, либо надеяться. Лучше надеяться. So that's the way we can basically help people. Вот таким образом мы фактически можем помогать людям. Okay. Показать им, как можно быть с Богом. I'm gonna stop there. Я остановился на этом. I see some heads steaming. Да, у кого-то кипит голова. I've tried to share at least some things with you. Я попытался с вами поделиться некоторыми своими мыслями. I know that there's much more involved. Но я знаю, есть еще очень-очень много, что в этом все можно раскрыть. But we're sometimes limited in the amount of time. Но мы ограничены временем. Okay. Итак. Are there any questions at this point? А есть какие-то вопросы в это время? Before we have a time of prayer. Перед тем, как мы начнем молиться. Вопросов нет. Будем молиться. А? Just they say we have not yet conclude any questions, and it's better to pray. Okay. Ты придешь помогать? Давай.
Вопрос, что если человек приходит, винит во всем Бога, ты ему пытаешься открыть, какой Бог есть, но он не принимает это. Нужно, ну, как продолжать с ним общаться дальше? What if a person come to you and blaming God with everything that happened with their life? You trying to show that not to blame anyone, but he's still resisting it and saying the same thing. What could we do? How to help? How long we have to be with that position of denial? That's extremely difficult to say. Очень трудно выразить это. I think in those situations you have to rely on God helping you to understand how can you progress further or can you progress. Первое для тех, кто подает совет, это им нужно быть уверены, что Бог всегда даст ответ вам, но нужно надеяться на Бога. Быстро ответа не будет для этого человека. Sometimes you just have to give it more time. Может быть, нужно уделить этому человеку больше времени. Until they're ready. До тех пор, пока они будут готовы услышать вот такие слова, как бы. In such a situation, it's also very key that you remain open so that they feel, yeah, okay, I'm not rejected, I'm not pushed away. В данной ситуации люди должны чувствовать, что их не отвергли, во-первых, и поэтому вам нужно дать им больше времени. And that they understand that you still care for them and you want to help them. При всех обстоятельствах их нежелания и обвинения Бога, вы все равно не закрыты для общения. But in my own experience, sometimes there does come a point when you just have to say, okay, let's rest for a while. Let's Даже think как about у меня были такие примеры, когда я говорил, подожди, стоп, давайте отложим эту ситуацию и подождем просто время. And the key is also to pray for them that they would open up. И самый большой ключ к этому вопросу — это молитва за этих людей. Ой, дайте мне микрофон. Такой вопрос. Что делать, если ты говоришь людям о любви Бога, да, а они начинают обращать внимание на Ветхий Завет, где, допустим, за нарушение субботы там побивали камнями, за прелюбодеяние как бы побивали камнями, а Христос, ну, вот мы говорим, он любит, там простил ту же блудницу или еще как бы. Ну и другие моменты, как бы я просто сталкивался с этим, когда люди начинают обращать внимание, где Бог как бы карал очень жестоко. Вопрос. Вопрос в том, как вот я говорю о любви Бога, они говорят, а там же вот он убивал, так как вопрос. Вроде разный Бог или как? Вопрос. Как им отвечать на это? Нет, вопрос. Как касается консультации. Ну, консультация. Вот я человеку говорю, что Бог их любит, а они начинают мне приводить Ветхого Завета более такие. Нет, это просто аргумент. Вопрос нужно задать. Как общаться с людьми, которые оперируют жесткими правилами Ветхого Завета? Mm. Без любви, да? Окей, хорошо. Просто я учу, как ставить вопрос. Спасибо. Окей. I just try to... The question is how operate with the gift of kind of convincing people that God is good, and how to talk to people if they are always pointing to a Tanakh and the God of Tanakh of not the punishing, but we'll say disciplining people for fornication, it's death. Yeah. For yeah. It is very harsh and sterile, but we are believers in New Testament, try to tell them that God is good. How to communicate that to them and destroy the bitterness of the people? Wow. Uh-huh. Uh-huh. Вопросы есть еще? Yeah, that is quite a question, yeah. Маленький. Это довольно такой. I don't know if there's a very simple answer to this. Я не думаю, что есть простой ответ на это. It's getting people to understand that there is a difference
taken place. Нужно понимать, что есть разница определенная. And that may take some time. Yeah. И необходимо время определенное. Должно пройти какое-то время. But as I'm sitting here, I can't sort of really think of anything sensible that I could say. Ну вот сейчас, пока я здесь сижу, я не могу что-то такое основательное сказать. I think my approach would be to be very loving. Мой подход заключался бы в любви, конечно. To continue to try and point out that there is a difference. И я бы продолжал показывать, что есть разница. And it's restoring a relationship also. И восстановление отношений. Okay. He says we need to start with the harsh actions, but then we should show mercy and like to heal them. Heal the wounds, yeah. And then say which way you would like us. Yeah, which? Yeah, yes. Exactly. Yeah. Okay. As you see, I don't always have an answer. У меня не всегда есть ответ. Rabbi has. Hopefully. Хочется, чтобы вы честно ответили на этот вопрос. Не как раньше, да? He says, I want you to be honest. I say, wow. For the first time. Wow. Не, просто за свою короткую жизнь я заметил в Боге. Ну, он 40 лет в Боге, я только 10. Я заметил такую ситуацию. Когда ты человеку уделяешь много внимания, много с ним общаешься, много даешь советов, это одна категория людей. You need to devote them your time. Они более капризные и нестабильны с Богом. And these people, they're not stable in their relationship with the Lord. Yes. А вторая категория людей, где ты просто больше заставляешь их молиться, отправляешь к слову, они более стабильны в Боге. The second category that you can just push a little bit on them or to make them to pray more or to read more, they're more stable. И я сделал такой вывод, что, да, консультация как бы не совсем нужна. Вопрос в том и заключается, согласны ли вы с тем или нет, из своего опыта. Consulting is not necessary. So, do you agree with that or not? Yeah, I'm not 100% again. I'm not 100% sure that I grasp exactly what you want. Наверное, на 100% не понял, что ты хочешь, чтобы я сказал. But if I understand correctly, you're talking about two different types of people that you have to counsel. То есть я так понял, что ты говоришь о двух типах людей, которых приходят на консультирование. То есть с одними консультируешь, общаешься, продаешь им время, это, и эти это люди. Это какая категория? Ну это первая категория. Uh-huh. So, ну любая. He means like it's no matter. You give your time. You. Ладно, скажем так. Чем больше людям уделяешь человеческого общения и внимания, тем более они капризными. А чем больше отправляешь к Богу, к молитве, к слову, тем более они растут, тем больше они развиваются. Okay. И вопрос заключается, считаете ли вы, что консультация заменяет как бы им личное общение с Богом? Okay, let's put it in the other way. Let's say the more you devote your time to some people, the more they become dependent, the more they become dependent on you. But yes. The more you give them opportunity or you push them to go and to
to go and meet with God and to spend time in reading scriptures, they go into it. So, do you think that consulting is replacing their time with the Lord, and consulting makes them dependent on you? You should be careful not to let people get dependent on you. Yes. Конечно, нужно это самое быть осторожными, чтобы люди не стали зависимыми от тебя как от консультанта. Yeah. Our aim is to bring them into the dependency upon the Father and an understanding in their relationship with Him. Нужно их ввести в зависимость от Бога и от отношений с Ним. Это понятно, да. Now, at some point, usually though, my issues have been that people keep coming back, and you notice that whatever you say to them, it doesn't help. They don't change. При всем при этом я заметил за время консультирования, что люди все равно возвращаются к тебе и ничего не меняется. То есть если ты их просто отправляешь как бы и решать самим с Богом их вопросы. Then at some point I will stop the consultations. Но когда люди просто начинают возвращаться к тебе именно за тобой, то я лично останавливаю консультирование. And I'll explain to them why. И объясняю почему, что им нужно идти к Богу. Because I say, yeah, look, if you want to progress, я говорю, если вы хотите прогресса, then you're going to have to follow the instructions. Тогда вы должны следовать инструкциям. And if you're not willing to do that, если вы не готовы это делать, then there's no point in continuing. Тогда нет смысла продолжать. Does that sort of answer your question? Это ответ? It's you have to decide how much time you can give to one person. Нужно также решать, сколько времени ты можешь уделять человеку. And it's not always an easy decision. И не всегда это легкое решение. But you have to be careful of people who want to absorb all of your time. Но нужно быть осторожными с людьми, которые хотят забирать все твое время. I was faced with a similar problem recently. Я недавно сталкивался с похожей ситуацией. Somebody had asked me to consult in their organization. Меня попросили провести консультацию в одной организации. But after I think it's 2-3 years now, I realized that what I was trying to help them to do, they just didn't want to do it. И я просто решил спустя несколько лет, что то, что я предлагал им делать, они просто не хотели делать. So I ended it. Поэтому я прекратил консультировать. And I said, okay, we cannot continue like this. Я сказал, this. Мы не можем продолжать. Yeah. Еще вопросы?